Сразу в трех исправительных учреждениях Санкт-Петербурга провели весьма своеобразный флешмоб ко Дню Победы. Сотни обитателей СИЗО «Кресты» маршируют, распевая «Катюшу». Им подпевают малолетние преступники из Колпинской колонии и заключенные исправительной колонии номер 5. Они выстраиваются в надписи «70 лет» и «Спасибо за победу». Действо и его съемка организованы на высоком профессиональном уровне. В освещении этого необычного события принимает участие не одна съемочная группа. В завершении видеоклипа арестанты отпускают в небо оранжевые и черные воздушные шары в тон георгиевской ленточки, одного из символов празднования Дня Победы в России. В Федеральной службе исполнения наказаний отметили, что в поздравительном флешмобе принимали участие только те арестанты, которые были привлечены за мелкие преступления.